Всем привет-привет, дорогие друзья! Пустеют наши ряды. И так приятно, так здорово, потому что у нас выходные опять привоз. И нам некуда все ставить, вообще некуда ставить. Сейчас я вам все расскажу и покажу. И напоминаю, сегодня я вам делаю видеообзор и показываю. Полазили, мы привели все в порядок опять, все расставили, посмотрели каждое растение, посмотрели, кого подешевле поставить, поставили. Ну, в общем, собственно говоря, все сейчас вам расскажу. А главное покажу. Поехали. Напоминаю, значит, Питахайя 4500, классненькая, обалденная, просто необыкновенная. Собственно, растет как кактус, прикольненько и очень-очень хорошо. Наши очаровательные стрелицы, это Альба, она белым цветом цветет, тоже идет по акции 2000 зайки, а наши зайки тоже 2000. Как я уже вам рассказывала, видите, какой классненький зайчоночек растет. Один прям ухо свесил. Прям свесил ухо и растет таким чудненьким экземплярчиком. Они плодоносят такими вот шикарными красными плодами и желтыми. Но какой из них какой, сказать я вам не могу. Не знаю. Они... И красные, и желтые. Ну, прикольные. По вкусу мы пробовали. Очень даже ничего. Ну, тут у нас совсем пустенько, скромненько, но тем не менее покажу. Наши мандарины, клементины по 5024 горшок. И два очаровательных лайма тоже 5000. И тоже получается у нас 24 горшок. Ребятишки, дребетушки, детишки, мальчишки, а также их родители. Увидеть не хотите ли? А у нас манго. Манго. Всего 3 штучки. 2 экземпляра по 5000. И один Ирвин. Вот такой вот. Сейчас я вам покажу. Вот такой небольшой. Его можно за 4500. Его можно за 4500. И 2 Остина по 5000. Это наши манго. Гранаты нано разрастаются. Они по 1400 тоже по акции. Посмотрите, какие классные стрелицы. Обалденные, просто обалденные. Бананы по 4000. Кавендиш и Маурелия. Макадамия, красотка. Дальше личи по 8000. Тысяч, оливы по 2400, сортовые разрастаются классненько, мексиканские лаймы, они по 3300, они в глине, их 3 штучечки, но они прям обалденные красотулечки, прям классненькие. И напоминаю, у нас есть грунт. У нас есть классный, качественный грунт для наших растений. Манго, авокадо для экзотических растений, экзотика для эпифитных, эпифит, тропических, тропикана, укореняшка, реанимашка для реанимации, укоренения, кислинка для кислых растений, для растений, которым требуется кислый грунт, цитринка для цитрусовых взрослых, дальше... Хищник 1, хищник 2 для растений, которые хищные. Питахайя, опунция, кактусы, суккуленты. Это у нас колючка. Дальше универсального назначения гумус плюс с обогащенным гумусом. И минерал плюс с обогащенным минералами. Вот такие классные у нас грунты, все в наличии. И плюс у нас есть минеральные субстраты в отдельном виде, можно их тоже приобрести, и аналог личузы. Для орхидей, кстати, тоже у нас есть грунты. Собственно говоря, в общем-то, для всех растений у нас в наличии грунты. И суперклассное удобрение из питомника Оскар Тинтари. Ну и теперь пойдем гулять. Цимбидиумы. Цимбидиум у нас тоже по скидке по 1000 рублей. Дальше рангпуры. Сладкие, невероятно. Просто невероятно обалденные. 20-й горшок. Сейчас я в основном показываю 20-й горшок. Невероятно обалденный. Пурпурное цветение. Безумный.
Просто безумный аромат, все усыпано бутонами. Красота просто невероятная. Очень красиво. Действительно, прям вот все обалденное. Обалденное, сногсшибательное. Это у нас ранг пур. И он 4400 для любимых покупателей, 4200 за этот горшок. И из предыдущего питомника 5300 уже с плодиками. То есть можно уже даже и попробовать вкусить. Осталось два обалденных Амуа 8. Еще раз говорю и напоминаю, я абсолютно уверена, что это Амуа 8, потому что мы его кушали, мы его пробовали. И это Амуа 8. Два экземпляра по 4400, 4200 для постоянных покупателей. Опять-таки же, наша стрелиция. Очень классная она. Вся такая зелененькая. Зелененькая. Глина в глине. У нас по 3300. И у нас... Карубара, лимон карубара. Очень вкусный, очень обалденный. Один вот плодик торчит, это от лимона Мейера. Остался один арансо, это оранжевый лимон. Пышный, вкусный, кислый, ну красивый, ароматный, сочный. В общем, все как мы с вами любим. Лунарио, обалденные лимоны Лунарио, даже со свежим молодым приростом, 3300. А далее я вам рассказывала чинота, наш обожаемый, просто невероятно ароматный, безумно ароматный. А духи Флеранж, по-моему, правильно я должна называть. Вот этот аромат, это просто, это вот аромат духов. Безумно аромат духов. Плюс, вы видите, да, сумасшедшее цветение. Просто все усыпано. Естественно, все усыпано плодами. Плоды, когда спеют, будут оранжевого цвета. Там один экземпляр я вам обязательно сейчас покажу. Классный прирост. Шикарно укореняется. Растет на своих корнях. Плодоносит. И если его добавить в шампанское, плоды, это просто сногсшибательный напиток. Плюс из плодов этого очаровательного цитруса готовят разные напитки. Этот плод съедобный, и это растение очень классное. 20-й горшок, 4000. Вот этот обалденный чинота, 4000. Красота просто невероятная. Лимоны Верна очень и очень прикольные. Все вообще все лимоны, все цитрусы из Италии. Они сортовые, они классные, и итальянцы знают толк в цитрусовых. В принципе, могу с полной уверенностью сказать, что все цитрусы, которые они прививают, они действительно поистине классные, потому что их не просто выбирают, они достойные. Достойные на вашем столе. Итак, лимон Верна, это глина. Далее, лимон Моначелло. Тоже 3300. Лимон Фиминелла. Тоже 3300 с молодыми приростами. Мы знаем, что Фиминелла, они молодые приросты дают такие пурпурные тона. И это правда. И, по-моему, вот там осталось, наверное, один или два лимона Загара Бьянка. Классненький. А вот они. Загара Бьянка. Вот такие классненькие, Загара Бьянка. Большие, классненькие, вкусненькие. Далее, кафорский лайм. Помните, я вам говорила, что приехал обалденный кафорский лайм с пурпурным приростом. Посмотрите, какая прелесть. Просто невероятная красота. Все такое фиолетовое, божественное. И вот такие бусины. Эти очаровательные бусины потом превратятся в обалденные цветы. Пахнущие, а затем просто потрясающие, невероятно интересные плоды, похожие на мозг, но зеленого цвета. Очень-очень эфирно пахнущие. Если вы добавите маленький такой листочек в
кофе или в чай, у вас будет насыщенный оттенок, невероятный, очень тонизирующий и классный напиток. Плюс плоды, конечно же, можно использовать и плоды. Вот такая вот прелесть, вот такое вот очарование. 3600, 3400. Вот такие классные, просто классные, обалденные гафрские лаймы. Я уже вам рассказывала и говорила, что мы взяли потрясающий, обалденный, очень вкусный барикатный апельсин Тарока. И причем мы взяли их из разных питомников. Оба итальянских, оба сицилийских, но просто разные питомники. И выглядят они немножечко по-разному. Один повыше, другие пониже. Такой же варикатный лист, молодые приросты. Естественно, в путешествии немножечко стрессанул, ему тяжеловато, но это вполне нормально. Мы не боимся, все будет классно. Поставили под розовые лампы, им здесь хорошо, комфортненько и классненько. А затем вот после... Обалденный запах, слушайте, вообще просто... У нас тут какие-то паровозы гудят. Сегодня целый день какие-то паровозы у нас непонятные. Все, уехал паровоз. Паровоз повез ваши растения. Итак, у нас обалденный, просто сногсшибательный Тарока варикатный. Просто вкусненные, пигментированные, сладкие, сочные. У меня даже где-то была фотография, я выставляла плоды. А, по-моему, даже дегустировали. Офигенный. Ой. Простите, просто вкусненный, пигментированный, без косточек, вот такой вот шикарнейший апельсин Тарока. 4,420 горшок, спешите, спешите, цена божественная, 4,200 для постоянных. И три таких вот обалдюшных, классненных Тарока, просто Тарока. Но он даже есть еще плодик, можно вкусить и попробовать. Пигментированный, красномясый, классный Тарока. Даже вот этот вот и цветет, пышненький, красивенький, очень вкусненький. Все Тарока, как я вам уже говорила, рассказывала, они все дают пигментацию, но они все невероятно сладкие, невероятно вкусные, невероятно сочные. Поэтому всегда рекомендую обязательно хотя бы одного Тарока иметь у себя в коллекции. Есть у нас и варикатный, и простой, на любой выбор, абсолютно. Но в любом случае вы не прогадаете. Вкусненные Тарока варикатный и просто Тарока. Обалденный, сочный, вкусный. 4,400. Постоянным 4,200. Продолжаем. Глина 3,300. Это у нас апельсин Навелина. Классные, вкусные апельсинки, крупные, сочные. Мы их пробовали в магазине, покупали плоды. И мы уже знаем, что это действительно потрясающие, просто обалденно вкусные апельсинки. Один овалик лабреза. Его, кстати, ну вот остался один, совсем один, позаброшен. Можно за 3000, потому что он один. Овалик лабреза очень сладкий, очень вкусный. И я вам сейчас покажу его в 20-м горшке. Так, тут у нас... А тут у нас какой-то безымянный парень. Сейчас посмотрю. Скорее всего, это у нас... А сейчас посмотрю, кто. Вот, я вам обещала показать, как выглядит плод. Как плод чинота. Вот такая вот красота. И очень многие чинота считают мандарином. Но это неправда. И это неправильно. Потому что чинота — это мертолистный померанец. Это в принципе даже не апельсин. Он имеет такой сладко-кислый вкус. С немножечко горчинкой. Но очень приятный, очень ароматный. А наша потеряшка имеет свое название. Один-единственный апельсин Тарока в глине. Остался вот такой вот красотун. Обалденный красотун. Дальше апельсины Валенсия. Мы их тоже пробуем в магазине, покупаем с удовольствием, потому что это апельсины, предназначенные для сока. Они сочные, они сладкие, они вкусные. И вот они, вуаля, можно купить дерево. 3,300.
И, собственно, напоследок еще одни апельсины. Сангвинелла, это красное мясо, тоже пигментированное, очень сладкий, вкусный. Кстати, сейчас на прилавках они есть, можно испробовать, вкусить и понять, хотите вы такое дерево или нет. И опять-таки Вашингтон Навал, всеми любимый Вашингтон Навал, пупочный, классный, вот такой вот, прям такой мощненький, хорошенький, и он один. Итак, это наши апельсинки по 3 300. Мандарины Чикули, клементины Иса Эрнандина и Тардива, вот такие вот хорошенькие, они тоже по 3 300. Это у нас в Глине. Дальше. А дальше у нас лайм Таити. Вот с такими сногсшибательными листьями. Один экземпляр, он просто обалденный куст. Можно его формировать как хотите. Можете его обрезать. Даже все, что хотите, можете с ним сделать, потому что он классно укореняется. Он шикарный, и он просто шикарнейше плодоносит. Ну, в общем-то, вот такой вот потрясающий красавец. И он стоит 4 400, 4 200. Остались у нас из нидерландского питомника, выращенные в Италии, вот такие вот карубара. Обалденные карубара. Они по 5 300. 5 300 окончательная цена, то есть мы ее занизили, была 5 900, мы занизили 5 300. Вот такие вот орешки для Золушки на одном кусту. Представляете, какая прелесть. Это вот как раз категория А1. Красавицы. Ой, какие вкусные. Это лимон карубар. Кому последнюю кукляшечку? В общем, у нас приехали кукли в 20-м горшке. Правда, такие не очень большие, я имею в виду кустики. С плодиками, с цветочками, с такими вот очаровательными белыми цветочками. Кукли это гибрид Маргариты и Клементина. Он по вкусу такой же, как и кумкват, просто у него есть ноты Клементина, он более ярко-оранжевого насыщенного цвета. Собственно говоря, гурманам, любителям кумкватов достойный результат в коллекцию. Обязательно экземпляр в коллекцию, такой вот будет просто радовать. Так же, как и все кумкваты, он обильно цветет и обильно плодоносит. Вот такая вот кукляшечка, цитрус кукли, 4 400, 4 200. Еще одни мои любимые фавориты, одни из, да собственно у меня все фавориты, потому что они все реально вкусные. Это пурша, это гибрид лимона и мандарина. Многие его называют сладкий лимон, потому что он реально сладкий, с небольшой кислинкой. Обильно цветет, обильно плодоносит, неубиваемый, просто неубиваемый. Плоды у него желтые, такого ярко-желтого, насыщенного цвета. Они очень вкусные, они очень сочные. Постоянно цветет, постоянно плодоносит и обильно плодоносит. На одном растении посмотрите, сколько плодов. 5 300 окончательная цена. 3 штучки осталось всего лишь, остальное все размели, потому что это обалденное, просто обалденный цитрус, очень рекомендую. И, кстати, хочу сказать, у всех цитрусовых разный аромат, это аромат духов, он божественный, и просто когда в квартире, во всяком случае у нас здесь, вы не представляете, какие ароматы, просто целые композиции, парфюмные композиции. 20-й горшок, 4 очаровательных карубара. Фиолетовый, прям пурпурный цвет свеклы. Ну, такой прям вот фиолетовый. Ой, как он красиво. Посмотрите, как он божественно переливается. Это такое вот божье творение. Представляете, какая красота. И эта красота может быть у вас в квартире. Это все пурпурного такого фиолетового цвета, реально, то есть это не лампа, он реально такого цвета. Бутоны, это реально, но это божественная красота. Это карубара, это все карубара, это так вкусно. У карубара, у них классические вкусные кислые лимоны, они обильно цветут целый год,
И можно постоянно эти плоды кушать. Это божественный аромат. Это божественное цветение и божественное плодоношение. Плоды желтые, ярко-желтые, ярко-желтые. Их много. Они большие, они вкусные, сочные и ароматные. Вот такие вот классненькие. 4400, 4200. Я уже говорила, что мы еще полазили, поковыряли, поискали по 2500. По 2500. Блин, Монакелла. Монакелла — это лимончик. Дальше Фименелла. Вот такой вот он. Дальше Клементин Эрнандина. Такая вот рогатулечка. Далее Тардива мандарин, сладкий, вкусный, обалденный. Вашингтон апельсин, такой вот. Тарока красномясый, 2500. Валенсия 2500, вот такой вот. И клементин росса, вот такие вот зайчики-красавчики, 2500. Как я уже рассказывала и говорила, и показывала, вот такая вот у нас сногсшибательная красота. Обалденно. Осталось всего 4 штуки. 22-й горшок. Кумкват 5300. Маргаритка. Обалденная. Вся усыпанная. Невероятно вкусная. Кумкват. Маргарита едят с плодами, с кожурой. Ой, с плодами, с кожурой едят. Кумкват. Маргарита. Кожура дает сладкость фрукту. И получается очень-очень-очень вкусно. Очень невероятно вкусно. Особенно любят дети. Плюс еще обалденно из них получается варенье джема. Маргарита. Всего 4 штуки. 5300. 22 горшок. Они достаточно высокие. Приехали папуанки. Это микроцитрус с таким невероятно обалденным, с невероятно обалденным вкусом. Собственно говоря, сегодня подметала, убирала и нашла плодик. И завтра сделаю обязательно дегустацию, разрежу, покажу. Это говорит о том, что вот эти экземпляры, они уже плодоносят. Они взрослые. И они классные. Они так похожи на елочку. Такая вот елочка. 4400, 4200. Это микроцитрус папуана. Любителям экзотики, экзотических цитрусов, мы можем предложить рукабуты. Он потрясающий. Он невероятно классный. Просто прикольненький. В общем, они все в бутонах. А один вот с лапкой, все бутонов, все цветут, все такие обалденные, он там тоже с лапками, с ручками. В общем, цитрус очень необычный. Почему? Потому что он любит тепло. Он любит тепло, его любят клещи, сразу предупреждаю. Но он невероятно, он всегда обрастает, он всегда красивый, он всегда такой вот необычный, зрелищный, особенно когда вот эти лапки, и они очень ароматные. У них вот этот безумный аромат цитроновый, который просто не сравнить ни с чем. Они реально необычные, реально классные. Прекрасные выпечки, плюс мы добавляли такую лапку в варенье, они дают такой определенный тонкий аромат. Но, в общем-то, я считаю, что в коллекции такое растение было бы очень классно иметь. Цитрусы, рука буда варикатный простой, 4400, 4200. Микроцитрусы. Мир микроцитрусов огромен. Просто невероятное количество сортов сейчас появляется на рынке. И их уже даже не запомнить. Отличаются, конечно же, они плодами внешне. То есть у кого-то иголочки и веточки, в смысле листики побольше, покрупнее, у кого-то помельче. И, собственно, отличаются плодами. У нас сейчас представлены два варианта. То есть с такой желтой икрой и с красной. И есть опять-таки разные варианты. То есть есть у нас горшок 16 и есть 20. 20 горшок, то, что я вам сейчас показываю, они по 3300. Вот такие вот классные, обалденные. Они сейчас
акции. Так, дальше Миагава. Миагава, по-моему, осталась одна. Сацума Миагава вкусная, просто невероятно вкусная и невероятно классная. И мы еще ждем, как я уже говорила, собственно говоря, в общем, кто любит Миагавку, у нас есть вот такой потрясающий мандарин. Чем прекрасен этот мандарин? Мандарин Сацуо Миагава. У него обалденно вкусные крупные плоды оранжевого цвета. Прекрасно легко чистятся. Невероятно сладкие. И у них нет косточек. Они очень ароматные. Миагава — это потрясающий мандарин. В коллекции это просто бомбический мандарин. 4400, 4200. Классные, просто супер вкусные, очень сладкие. Практически они без косточек. Апельсины овали калабрезе. Красота, буйство красок, невероятный аромат. Ой, это просто чудо. Причем еще раз говорю, что каждый цитрус, он пахнет по-разному. И это красиво, и это здорово, и это вкусно. И он обильно плодоносит. Красота неописуемая. Овали калабрезе. 4400, 4200. И у нас есть грейпы. Грейп все в бутонах, все безумно пахнут. Вот знаете, как я говорю, парфюмерная фабрика, заходишь — и просто невероятный запах духов божественных, натуральных. Итак, вот такие классные, вот такие сногсшибательные. Это у нас грейп марш бессемянный. Он вкусный, он сладкий. Это белый, вот такой, как на картинке, грейп марш бессемянный. И рядом с ним Star Ruby не уступает ни в цветении, ни в размере. И в аромате тоже не уступает. Это у нас красный Star Ruby. Обалденный, просто сногсшибательный. И осталось два помело розовых. Посмотрите в сравнении, какая это прелесть, да, какие листья. И какие обалденные цветы. О, какая красота, просто сногсшибательная. Это у нас помело роза. Это розовый. Уже даже плодик завязал. Это розовый помело. Очень вкусный, очень сладкий. И накопала я, нарыла еще 3 штуки за 1500 на Велина. Это Клементины Са. Это Вашингтон. И Сангвинелла. Сангвинелла — вот это все живое. Вот таких 4 экземплярчика. Акицу остается все меньше и меньше. Это мандарин группы Уншио. Он тоже, как и все Уншио, сладкий, крупный, вкусный, без косточек, легко чистится, шикарнейший. Акция 3600. И такой же не менее классный, вкусный, разнеспелый Авари. Авари, Авари, Авари. Тоже очень вкусный, тоже очень сладкий. Это мандарин Авари. 3600. Чуть не забыла вам показать прелесть. Один из самых любимых и благородных итальянских сортов — это сиракузана. Лимон сиракузана. Обильно цветет, обильно плодоносит, постоянно плодоносит. Вот такими вот бомбами. Вот такими бомбами. Он весь в цвету. Он просто невероятно красавец, красивый. Это лимон сиракузана. Большой, пушистый, с плодами. Все с плодами. И вот такая вот бомбическая прелесть. 4400, 4200. Вот такая вот красота. Лимон сиракузана. Обязательно нужно иметь у себя в коллекции лимон Мейера. Этот лимон мы можем наблюдать также в магазинах. Его продают как узбекский, как ташкентский. Это все один и тот же сортотип класснючего, невероятно вкусного лимона Мейера. Лимон Мейера, он также, посмотрите, он как цветет гроздями. Запах просто убиваемый. Настолько он сильный, настолько он ароматный, настолько он вкусный, нежный. Источает божественные ароматы, оттенок. И это все
лимон Мейера. Сколько он может связать? Да много он может связать и может очень много уже выносить. Плюс он ремонтантный. Цветет и плодоносит круглый год. И это у нас 20-й горшок. 4400, 4200. А рядом 18-й. 3600, 3400, 3400. Вот за это божественное. 4 штуки. Осталось 4 штуки. Вот за этот божественный лимон всего лишь 3400. И они все вот с такими оранжевыми плодами. Вот такая вкуснятина. Еще и цветет. Еще и молодые приросты дает. И все это лимон Мейера. Остаточки наших орхидей по 350 всего лишь остается совсем мало. Ваниль 1900 и маленькая ваниль по 800 рублей. Вот такие вот красавчики. Итак, на первом этаже мы всего нанюхались, насмотрелись, а теперь побежали продолжение смотреть. Вторая часть.